Вот и настал тот момент, которого все так боялись. Сайкл закрывается. Он закроется не сразу. Нам дали еще 3 месяца поиграть, пофаниться, побыть частью Фортуны и этого, на самом деле, прекрасного проекта. Да, в Сайкле было множество багов, читеры не давали нам покоя. Все это смазывало хорошее впечатление об игре. Но было в этой игре что-то, за что ее любили вопреки. Я тоже в этой игре часто злился, но потом эта горечь сменялась радостью. И так раз за разом. Вот он, наверное, есть суть названия игры «Цикл». Мы заперты в этом круговороте, в этих эмоциональных качелях, аттракционе, называйте как хотите. И ради таких эмоций люди в эту игру и пришли. А то, что она закроется, в принципе, ожидаемо. В последнее время обновления выходили редко. Разработчики перестали вести диалог не только с людьми, с обычными игроками, но и с партнерами. А те, кто думает, что якобы партнеры знали заранее, что игра закроется, это неправда, информации об этом никакой совершенно не было. Все узнали, абсолютно все игроки узнали об этом в один день. То есть 28 числа, когда в целом и вышел последний патч. Этот патч действительно является крайним, больше обновлений выходить не будет, но в целом поддержки игры как таковой тоже. А все, что нам остается, это провести с улыбкой, а может быть и нет, на лице время, последние 3 месяца. Кто-то поиграет, наверное, недельку-вторую, уйдет из игры, будет искать новые горизонты. Кто-то останется и будет до последнего. Я, наверное, из тех, кто будет до последнего играть в Cycle, до самого последнего дня, пока еще будет хоть какой-то онлайн. Потому что мне игра реально безумно нравится, и даже читеры, огромный наплыв читеров, меня не отпугнули от нее. В этой игре, на удивление, с учетом всего безобразия происходящего, было очень много хороших людей. Я нашел по-настоящему хороших друзей благодаря этой игре. И мне печалиться уж точно не стоит по поводу того, что она закрывается. Она дала мне все, что могла. Какая-то часть людей переживала эти моменты вместе со мной на стримах. Какая-то часть смотрела ролики на ютубе, краткие вырезки. В любом случае, если вы принимали хоть какое-то участие на протяжении всего пути, я вам говорю спасибо. Без вас, на самом деле, всего этого шоу бы не было. Всему приходит конец рано или поздно. Нужно двигаться вперед. В какую игру я уйду, не знаю. Еще 3 месяца до конца сентября. 27 сентября Cycle повесит ключи на гвоздь. И уже тогда стоит думать о новых играх. А до сего момента, я думаю, рыбаться не стоит. Можно посматривать другие игры, конечно. Я безумно влюбился в жанр лутер-шутер. Для меня это было открытием. Я до Cycle в такие игры не играл. И, возможно, именно поэтому Cycle стал моей первой любовью. В подобном направлении я в нем и остался. В общем, я не хочу, чтобы этот ролик был грустным. На самом деле, цель была другая. Донести, что эта игра классная. Есть с чем сравнивать. Я много времени провел в Доте, в CSGO. Я прекрасно понимаю, какие люди там. И токсичность бывает настолько высокая, что тебе просто не хочется заходить в игру, какой бы она классной ни была. И вот подобные игры доводят тебя до такого состояния. Но не Cycle. Тут как раз таки люди более лояльные, добрые, отзывчивые. И благодаря тому комьюнити, которое сплотилось вокруг игры, она продолжала существовать все это время. И продолжила бы, если бы разработчики не закрыли ее. В чем, кстати говоря, причина закрытия серверов? Причина проста. Как сами они сказали, прямая цитата, игра оказалась финансово нежизнеспособна. Получается, они обанкротились, у них нет денег, хотя до этого их вроде как финансировали неплохо и проплатили проект на долгое время. Были такие слухи. Хотя они были не подтверждены, я такой информации не видел. Но все же они были. Походу, все было не так гладко. Сперва был звоночек, когда перестали выходить обновления еженедельно. Затем вышел 3-й сезон с Кратикус. Ушел в отпуск на месяц, пришел с отпуска и уволился с компании. Пошел искать новые горизонты для себя. И уже на тот момент я понимал, что, скорее всего, либо грядет перестановка, либо дальнейшее закрытие игры. И случилось последнее. Увы, как я уже сказал ранее, всему приходит конец. Расстраиваться не стоит, это нормально.
Выйдет новый лутер-шутер, пойдем в него играть. А до сего момента буду играть Cycle. Вот. Еще раз всем спасибо огромное, кто был рядом все это время. А я пошел. Cycle. Я застряла. А что такое?